У Евросоюза есть все более и более обоснованные подозрения применения химического оружия в Сирии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Лоран Фабьюз. О неопровержимых доказательствах, впрочем, речь пока не идет. Накануне журналисты французского издания «Монд» сообщили, что стали свидетелями нескольких химических атак со стороны правительственных сил в Дамаске и пригородах. Российские же журналисты передали в секретариат ООН видеоматериалы по химической атаке, предположительно совершенной уже оппозиционерами в окрестностях Алеппо 19 марта. Сирийскую тему, в том числе и химическое оружие, обсуждали на трехсторонней встрече в Париже главы МИДов России, Франции и США. По мнению западных наблюдателей, доказательства применения оружия массового поражения со стороны правительственных сил могут поколебать позицию Москвы в сирийском вопросе.